«Паренек из сальских степей». В этой книге польский писатель Игорь Неверли рассказал о мужестве советского патриота доктора Вовы. И вот после многолетнего перерыва автор книги и ее герой, советский врач Владимир Дегтярев, встретились в Варшаве. Дружба этих людей скреплена самоотверженной борьбой в фашистских лагерях смерти. Вот один из них, Майданек. Здесь Дегтярев помогал своим товарищам в тяжелые минуты. Отсюда ему удалось совершить побег. В селе Турбин произошла трогательная встреча Дегтярева с Аделей Наровской. Это ей обязана супруга Дегтярева спасением своего мужа. В этом домике польская крестьянка 2 месяца скрывала больного советского военнопленного. Дружба патриотов Польши и Советского Союза непоколебима.